Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Край Эфир. В последней серии мы в апартаментах попали в какой-то непонятный натуральный ад, но в итоге получили одну из пробок, один из предохранителей. Нам его нужно вставить на Хэнсон Сквер, где именно, я там не помню, и где-то еще нужно найти второй. Это меня печалит. Потому что место, куда пойти, по идее, здесь полно. А, слушай, давайте-ка мы сейчас как раз пойдем сюда. Отсюда мы вернемся. Вот сюда. Или подожди. Или нет? Народ мне пишет в комментах, что вот это вот ширево. Это не ширево, ребята, это ручки. Просто ручки. Очень часто пишут. Я был бы рад, если бы это были шприцы, потому что они помогли бы мне поддерживать себя в хорошем состоянии. Но это, к сожалению, отнюдь не так. Вот еще одна ручка лежит. Так, куда мне идти? Я не совсем помню. По-моему, вот сюда. Да. Так, сейчас надо как-то мимо тебя прошмыгнуть вон в то окно. Или убить тебя. Но на тебя уходит столько патронов, что я не уверен, что это хорошая идея. Сюда болезный. Какой-то собака страшная. Подожди. Ладно, пофигу. Ну давай, не стревай. Уф, так, хорошо. Я ничего тут не пропустил в прошлый раз. Сохранимся. И сейчас нам надо будет вернуться на станцию метро, а потом мы пойдем по второй ветке, я так понимаю. Так. Давайте-ка мы возьмем пока дробовик, потому что на него у нас есть патроны. А это пусть тут лежит. Так, хорошо. Патроны — это всегда хорошо. Где руль? Так-то у нас ничего. Ладно, все. Давайте вернемся по-быстрому на станцию. Там у нас, по-моему, боев не будет нигде, потому что там уже все мертвы. Но мало ли что. А потом попробуем пойти вот сюда. На Престон Роуд. Это, насколько я помню. Так, закрыто. Хотя нет, не помню я, куда это ведет. Ну, разберемся. Уф, так. Это, наверное, надо вставить туда, где мы с доктором повстречались. Дается. Там внизу ничего. А там у нас, по-моему, эти летают, да? Да-да-да. Эти самые. Но я, пожалуй, просто мимо них пробегу, потому что жалко на них патроны. Так-то они практически безвредные. Да. Мы там, где нужно. Маленько приловчился уже в данной игре, это меня радует. Подожди. А, да, все правильно. Это мои сигнальные шашки. И вот сюда нужно вставить, да? Хорошо. У нас есть свободное место, и нам нужно
куда-то идти. Ладно. А теперь мы можем спокойно совести, так понимаю, возвращаться. Блин, мне патронов найти, конечно. Хотя у меня и с патронами не так уж все плохо. Просто хотелось бы, чтобы все было еще лучше. Ну да ладно. Не похоже, что у него есть одна из этих штук написана. Так, ладно. Лузер! Все, возвращаемся. Сейчас нам, по идее... Блин, я не знаю. Я просто не знаю, как пройти мимо этого хрена. Потому что с ним никак не разменешься. Так, не поддается. И при этом он валит с одного удара. Ну, это огромный. Вы поняли, о ком я, да? Поэтому я даже весь в сомнениях. Давайте-ка мы в автобус опять сбегаем, сохранимся. Чем чаще сохраняемся, тем дольше живем, как правило. Так вот. По идее, так как мы выходим через это непонятное помещение обратно туда, нам оттуда можно... Да успокойся. Вот в такие моменты игра уже перестала пугать. Это, я не знаю, то ли защитная реакция, то ли что, но я уже просто настолько привык к ним. Так, если отсюда сейчас не сможем пройти, то придется как-то в круговую это, что ли, все делать. Это же у нас улица ведет к Софи, да, я правильно понимаю? Подожди, подожди. Твою мать, да вы шутите их. Там еще один. Офигеть. Так. Спокойно. Спокойно. Пока что вроде все получается. Так. Ты, блин, тяжесть от меня. Три штуки, офигеть. Блин, у меня лопаты нет. Видимо, нет. А, кто? Откуда? Вашу мать. Вашу мать, бежим. Подожди. Нет, давай, 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 давай. Блин, мне не... Ай, да... Надо их оттянуть, Я не знаю, я уже путаюсь. Нужно их сюда всех выманить. Но у меня нечем, что самое печальное, разбивать. Ой, у меня уже язык заплетается от этих переживаний. Идите сюда, дорогие. А ты чё, тоже иди сюда? Короче говоря, блин, быстро ходит. А, вот лопата. Ой-ой-ой, ой, я выдохся, я выдохся, я выдохся. Отвяжись. Так, лопата есть. Это хорошо. Тихо, тихо, тихо. Пока что больше напряжен. Вообще не страшно, это я вам честно говорю. Подожди. Где копать? Так, что-то есть. Патроны для ВП-70. Давай быстрее, давай. М16, хорошо.
Братья, не отвяжись от меня. Блин, мне просто нечем раздолбать. Давайте пока там пошуруем, пока он здесь. Но они медленные, тупые. Это меня радует. Ничего нет. Может мне их все-таки начать убивать? По идее-то они дохнут, но, блин, на это столько патронов уходит, что просто офигеть вообще. Я не знаю, давайте так. Так, это я все правильно понимаю? Да, я все правильно понимаю. Так, хорошо. Это все прекрасно, конечно. Но где-то тут мне нужно найти. А, ну это та дверь, от которой мы только что ушли. Ладно, хоть тут ориентируюсь более-менее. Мне кто-то говорил, что вот тут все хорошо отрисовано. Тут нифига не хорошо отрисовано. Это вот местности, которые вот здесь, оно вообще не соответствует. Это просто дурдом какой-то. Хотя, если вот сейчас с новыми подходами этим смотреть, в принципе, что-то более-менее начинает напоминать уже. Так, ладно. По-хорошему мне сейчас нужно сохраниться. Это по-хорошему. Так, я отсюда пришел. Да спокойно ты. Мне теперь нужно найти, где же может быть это. Она явно здесь. Блин, братюня, отойди от меня подальше, пожалуйста. Ай. Так, все-таки удается мне, что где-то здесь оно. Я уже выкопал все. Так, ну ладно, пока их нет, давайте. Это, конечно, расточительство так патроны тратить, но у меня просто нет холодного оружия под рукой. Так, куда мы попадаем? Блин, ну да, сюда и попадаем. Единственное, но где же мне здесь взять предохранитель? Где-то тут надо искать. Короче, нашлось. Оно находится вон там. Сейчас я вытягиваю сюда этих гигантов мясных. И мне нужно будет. Блин, да что ж. А тот застрял. Это плохо. Короче, где-то вот тут я только что видел. Блин, где именно? Давай быстрее, пока не гуляют. Давай, 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 давай. Твою мать. Только что же видел. А вот оно. Блин, это патроны. Продолжаем искать, короче. Короче говоря, продолжаем. После долгих-долгих изысканий я там все перекопал, все что мог. Нашел зато немножко патронов. После этого я просто уже не знал, что делать. Выключил игру, посмотрел в интернете, куда идти дальше. Оказывается, мне там написал товарищ-помощник, что мне нужно идти сейчас. Ну, сейчас я покажу, короче говоря, куда. Мы там уже были. Так что не волнуйтесь. Все те же места, в общем. Так, подожди, что я взял? Так. Идем сюда. Тут у нас, по-моему, было так. Я, честно говоря, не помню, зачем нам сюда идти. Но раз говорит, давайте сходим. Ой, блин, как долго я тут искал. Я даже попробовал убить их, всех убил. У меня, правда, патроны все на это ушли. Все перекопал, все, что мог. Но в результате, короче говоря... Тихо. Результата это не дало вообще. Твою мать, как не вовремя. Уф. Блин, я ее видел и при этом так лыжанул. Так. А ты кто такой, мать твою?
котов. Такими темпами мы проживемся патронами для Глока. Так где они? Патроны? Что-то мне не повезло мне с патронами, короче говоря. Ладно. Мне вообще сказали, в комментах написали, что можно просто к ним подбегать. Они сами застрелятся. Давайте попробуем. Точно. Круто. Блин, ну это, конечно, пока ты добежишь, он в тебя пару раз по попадет. Блин, где патроны? С них же патрон должны... А, вот. Вот с этого, по крайней мере, есть. Так, тогда... Так. Один патрон уж выкинем, пожалуй. Вроде никого. Короче говоря, станция метро, где мы входили, где мы со школы вставляли предохранитель. Вот там теперь его нужно вынуть и возвращаться обратно. Вот что мне написали. Так, блин, как тяжело найти твои патроны, а? Я вот беспрестанно... А, вот все, нашлись. Беспрестанно нажимаю на кнопку Е. В надежде, что они автоматически подберутся. Но не тут-то было. Так, тут мы были, тут по идее... Ну как, ничего не должно быть. Наверняка что-то будет. Так, дверь не открывается. Это у нас сломанный лифт, я помню. Хорошо. Тихо. Я узнаю этот стук. Блин, вот они хреново жизни много снимают. Их надо как можно быстрее убивать. Так, у меня есть один патрон. Давайте с одним патроном, что ли. Блин, тут темно. Не так просто, короче говоря, будет вернуться, как я думал. Так, ладно. Блин, не дало результата. Здоровье снимает стандартно. Что ты не делай. Так, ладно. Вторая серия уже идет такая как-то... Ну, я сегодня подошел, конечно, со знанием дела, но вообще не пугаюсь. То есть пугаться пока нечего. В предыдущей серии там, конечно, был момент, когда мы попали в какое-то непонятное место. Очень жуткое. Но после этого практически всю серию мы вообще не боялись. Так, ладно. Вот мы и дошли, собственно. Ага. Да твою мать, не дергайся. Мать же вашу за ногу, да что ж такое, блин, сколько на тебя патронов можно изводить? По идее он с двух патронов должен сдохнуть, я, похоже, косил, что ли, я не знаю. Хотя вроде прям в него стрелял. Так, вон еще бежит один. Вот это нормально сдох. Блин, еще бежит, да что ж такое. Жизни, видите, у меня, да, сколько? Лучше патроны, чем жизни потрачу. Вроде больше никого нет. Блин, как у меня позорно со здоровьем, это же кошмар какой-то. Сейчас он меня убьет. Уф, так. Блин, это, к сожалению, просто ручка.
И музыка приятная заиграла. Еще бы здоровье дали, было бы вообще прекрасно. Ну ладно, я... Тихо. Что это было? Я не спорю, что я могу загрузиться и пройти это получше, но это, по-моему, летсплей, в нем смысл в таких неверных решениях. Так что я думаю, мы как-нибудь это переживем. Найдем себе попозже здоровье. Ничего, справимся. Справимся. Фух. Давайте возвращаться. Теперь, я думаю, дорога будет поспокойнее. У меня натурально жизни вообще нету. Вы видите, да, это мой лайфбар, там вообще ни одного деления. Не в первый раз уже такое, честно говоря. Так, ну ладно. По крайней мере, я знаю, что делать, это меня радует, потому что я уже, честно говоря, запарился на этом промежутке. Я надеюсь, тут новых не понабежало стрелков. Мне потому что сейчас один стрелок, это уже все. Практически сразу. Гарантированная смерть. Если укрытие не найду. Ну да ладно. Бля, у меня точно ничего нет. Нет, ничего. Так, хорошо. Интересно тот, что за дверь. Почему она постоянно закрыта? Видимо, в будущем мы еще сюда попадем как-нибудь. Путь, кстати говоря, сейчас нас ждет довольно-таки неблизкий. Нам нужно пройти опять мимо трех гигантов. Пробежать скорее. Пробраться опять к автобусу. Короче, дофига всего еще. Это, по-моему, не очень хорошо. Но, по крайней мере, в этой серии я не орал. И это хорошо. Все, ходите, болезные. Когда я понял, что с ними можно вообще не сталкиваться, то есть, ну, ходят себе и ходят, хрен бы с ними, как говорится. Тогда, собственно, мне и стало поспокойнее в этой местности. Ой, блядь! Ух. По идее, я мог с ними справиться. Ну, на кой хрен мне это нужно? Хотя, может, у них жизнь? Давайте-ка мы сейчас сохранимся и сходим назад. Я попробую их утихомирить. Потому что, скорее всего, там у них здоровье. Если здоровья нет, это будет... Подожди, у нас же... Наверху там нет, на самом верхнем этаже, случаем аптечки. Давай, давай, давай. Слабак! Так, хорошо. Вспоминаем дорогу. По-моему, наверху я там что-то оставлял. Я не уверен, что это аптечка, но что-то там, по-моему, все-таки лежит. На самом верхнем этаже. Меня просто не поместилось в прошлый раз. Так, не тут. Да. Есть. Ох, память меня не подвела. Блин, спасибо тебе, память. Ох, какое счастье. Не до конца, конечно, но да ладно. Фу. Будем жить, значит. Поживем еще. Супер. Так, теперь. Мне нужно возвращаться. Где у нас тут возвращаться-то? Блин, я опять заблудился. Что-то у меня с памятью не лады какие-то. Фу, так. Сейчас мы обратно проходим в этот автобус. Так, блин, только вспомнить надо дорогу.
Это было бы вообще прекрасно. Так, ну да, вот сюда. Нет. Блин, да что ж такое? Чё ж я путаюсь? Куда же тут идти? На этаж выше, по-моему, надо подняться. Памятник к черту. Вот сюда. Так, сейчас нужно его закружить где-нибудь вон там, после этого пробраться туда и идти в ту сторону, к этой станции, и я думаю, все у нас получится нормально. Бобик, иди сюда. Так, ну что ж ты? По идее, его убивать не так сложно, просто патроны жалко, целая обойма на них уходит, это, по-моему, печально. Так, хорошо, теперь, я думаю, можем сохраниться. Конечно, дубинку надо бы взять, но у меня все нужно, я ничего из этого не отдам. Так что, прости, дубинка, оставайся тут. Ладно. Люблю ясность, когда понимаешь, куда идти, что делать. Это хорошо, по-моему. Так, ну и я надеюсь, эти бездумные брожения по городу прекратятся на этой серии. Потому что, честно говоря, уже надоел. Я не за то люблю данную игру. Так, добрый день. Так, как кто-то правильно подметил, Саймон, наверное, сын Алана Уэйка, потому что бегает точно так же. Выдыхается через 3 метра. Так, ну что? Вот мы здесь. Вот наша сохраняшечка. Так, ну и что, давайте на этом прекратим данную серию. В следующий пойдем уже непосредственно туда. Наконец-то мы разобрались с этим пазлом, если его можно так назвать. Но как бы там ни было, эта серия была совершенно не страшной, я бы даже сказал, рутинной. Я надеюсь, следующий будет получше. Как бы там ни было, увидимся в ней. Всего хорошего. Пока-пока-пока.